5, 4, 3, 2, 1. Go! Пак, дай какую-нибудь рубрику. Даже, допустим, 5 советов по жесткой игре на био. Ой, кстати, сейчас вспомнил, что я смотрел эту еще игру Жерка на био против Афера. Он там пытался хотя бы что-то интересное. Нет, Жерк там неплохо играл. Был на этот, на плюс морали. В смысле неплохо играл? Там 17-1 счет. Я без иронии это сказал. Знаешь, он играл бухим, типа, ща бы бабу его разъебу, а тут Афер. Было видно, что он как нормально играл. А он быстро понял, что это Афер? Мне кажется, нет. Мне кажется, он просто не знает, как бы бабу играет. Просто, видимо, не знает, что бабу он вообще не... Видимо, поэтому, наверное, он воспринял за чистую монету, как сначала Афер играл. Скорее бы подумал, чтобы бабу поставил СВХ, нежели то, что там другой зашел. У него бан тут есть или нет в итоге? Нет. Чего ты решил, что у него дом? За хамство. Ну, ну бабы там большой. Тогда да, нет. И в принципе нормально. Я же его зову сюда сыграть. Брат, ты походу Джерка вообще не знаешь, потому что, знаешь, ты просил его извиниться, он типа прав. Джерк, он срался с N1, ТС, там, не знаю, Корном, там, Снявкой, со своими камрадами из СФ, там, какими. Я не помню никогда за все это время срача, чтобы Джерк когда-либо перед кем-то... Ну я знаю, я все равно пишу ему. Мало еще изменится, он хуяк и сработает. Да, типа он зашел, здорово, пидораса, потом хуяк, да, я был неправ. Но у меня, я говорю, я хочу его затащить сыграть чисто. Бля, если бы он хотел, он давно сам зашел. Поэтому я его не отказался играть против нас. Ты просишь, чтобы он с тобой играл против нас. Я его буду периодически спамить с этими предложениями. Бля, он тебя удалит скоро. Не. А он же... Как он поймет, что... Фишу именно так можно взлетать. Что ты делаешь тут? Утопил. Все, Афер нашел. То есть он найдет хедшот на свою голову, отвечу. Доминацию взял.
Что? Физика, конечно, работает пиздец. Мне кажется, он физику бустит чем-то, софтом каким-то. Магнум опасно, видишь, что ты здесь. Физика. Блядь, ты такая, что ли, что? Да, интенсивность нужна. Overwatch. Пока как раз, что спак анализировал. Там, кстати, можно будет и проверить, кто как думает. Образ самой мозгей для карты.
бил овер нахуй, вот хоп реальный. В области аналитики. Блин, блять, ты где попал? Бля, у Афера, по-моему, вообще скоростненько сидали. Так ты его ускоряешь в спеке, когда сидишь. Так а Афер сейчас сам ебался. Кажется, ему помогли. Да, Афер не напрягается. Я тебя смотрю еще. Пакостный фраг. Нехуй. Да. Камбэк? Ну, поставил на место, пишет. Ты сегодня что-то заметил, что с РПГ что-то случилось? Нет. Да нет, все нормально. Просто проверяем, короче. Ты почему шотган поменялся, блядь? Зачем ты шотган поменял? Че? О, это же негатив. Джен еще может быть. Сука, даже лестница не спасет от хедшота. Я сейчас случайно переключился на Фишера и не заметил. И
смотрю, как будто я бы умер. Я в один момент думаю, читаю, что у меня так пиздец.